мероприятие, которое мы провели в прошлом году, оно очень сильно добавило к пониманию, к осознанию того, что на самом деле единственным способом обеспечивать реальную безопасность, защиту от киберугроз, это является создание полноценной функции security-мониторинга, мониторинга событий, инцидентов информационной безопасности. Подход, который был 5-10 лет назад, запретить, что-то ограничить, не дать пользователям удаленного доступа или не дать им какой-то канал коммуникации, уже не работает. Сейчас мы все работаем из дома, из командировки, из России, из-за рубежа, и это уже стандарт. И не просто нужна почта, нужен полноценный доступ к информационным ресурсам. Обеспечение безопасности возможно только через мониторинг. И это все функционал именно Security Operation Центров. Мы стоим только в начале пути, только некоторые компании подходят к созданию таких центров мониторинга. Реально работающие Security Operation Center, их может быть 10-12, не более. Но тем не менее, многие компании встали на путь создания вот таких центров мониторинга. Ну а говорить о том, что это массово, это тренд, это тенденция, рано. От момента понимания до момента работы в новой парадигме должно пройти 3-4, может быть, 5 лет. Security Operation Center — это квинтэссенция технологий мониторинга, квинтэссенция управления безопасностью. На форуме соберется большое количество практиков, которые уже прошли путь создания центров мониторинга, выстраивание такой целостной функции управления безопасностью. Этот опыт уникален, он не написан сейчас ни в одном из учебников, и его можно почерпнуть только у людей, практикующих. Таких мест, где можно увидеть экспертов, поговорить с ними, их не так много.